Я тебе никогда не рассказывал, как я женщиной стала. Нет, не рассказывал. Я не спрашивал. Мне 14 лет было. Когда бы не подумал. Не начинай, пожалуйста. Прости. Женщины меня сделали насильно. Один партийный товарищ летом в пионерском лагере. Мама, когда узнала, хотела этого товарища посадить, но ничего не вышло. А почему? Потому что этот товарищ был на очень хорошем счету. Мне никто не поверил, а свидетелей не было. И это было так ужасно. Я чувствовала себя раздавленной, понимаешь? Особенно, когда мы встречались, он так гаденько мне улыбался. Иногда я мечтала только об одном – однажды его убить. Я тысячу способов придумывала. Я была так изобретательна. А потом я просто написала донос, и его... Изнасилование? Нет. За троцкизм. Я написала, что он пошел против партии, понимаешь? И сразу же. И когда я поняла, что это такое, партия, какая-то сила. Даже если просто быть рядом, и с тех пор я была рядом. А что делать теперь, я не знаю.